В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Неудачно отметил свой профессиональный праздник сотрудник наркоконтроля на улице Ленина. После вечеринки оперативник выгнал таксиста из своей машины и устроил ДТП. Все попытки договориться с водителем провалились, полицейского задержали. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Оперативника УКОН Сергея Соловьева задержали сотрудники Росгвардии. Далее за ним приехали инспекторы ДПС. Полицейский прятался от камеры и ничего не хотел говорить. Не хотел рассказывать об инциденте и таксист, который получил заявку к кафе на улице Ленина. По словам Руслана, неадекватный клиент вытолкнул его из машины и сам перелез на водительское сиденье. Вытолкнул меня из руля, сел сам за руль. Выключил ручник, и машина покатилась. Вот и все. Ударило, да. Бампер сделал. А он сел за руль сам, получается, да? Да. Что он сделал-то? Выключил ручник, и машина покатилась. Руль, может, заблокирован был из-за этого, да? Нет. Руль был заблокирован нормально. Он вывернул колеса и хотел выехать. Сейчас, помимо увольнения, оперативнику УКОНа грозит лишение прав на 1,5 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Вандала и его друзей разыскивают жильцы дома по улице Сурикова, 50. Молодой человек на видео уже 2 раза ломал шлагбаум. Преступления происходили поздно ночью, судя по поведению, в пьяном виде. Первый раз хулиган сломал ограждение 22 ноября, затем 6 декабря. Судя по этим датам, для подозреваемого и его компании среда – это маленькая пятница. Они выпивают и уже ранним утром в четверг возвращаются домой. Сейчас пьяных беспредельщиков разыскивают. В Кирове осудили наркомана Сергея Крутихина. В июне этого года на улице Подгорной в 23-летнего молодого человека вселилось нечто ужасное. В 2 часа ночи местные жители сначала наблюдали за неадекватным пешеходом, а затем вызвали полицию. Он на машину полез. Просто? Ой, что ты, господи. Штырит пацана, штырит. Убежать молодому человеку не удалось. Его задержали и доставили в отдел полиции. Не па. Судили Сергея по статье 228, часть 1. Вину парень признал, раскаялся, рассказал, что за гаражами нашел пакетик весом 0,32 грамма. Часть содержимого он употребил, остатки спрятал в носок. Потом оказался в больнице, где пакетик выпал из носка. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил Крутихина к штрафу в 20 тысяч рублей с обязанностью пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. Приговор вступил в законную силу.